Президент России Владимир Путин по телефону информировал президента Турции Тайипа Эрдогана об основных итогах трехсторонней встречи лидеров Российской Федерации, Азербайджана и Армении 11 января в Москве, сообщает пресс-служба Кремля. Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Владимир Путин информировал об основных итогах трехсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении 11 января в Москве, на которой был рассмотрен ход реализации заявления по Нагорному Карабаху от 9 января 2020 года, говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе разговора было подчеркнуто, что одним из главных результатов переговоров стало подтверждение Азербайджаном и Арменией настроя на нормализацию отношений, готовности к практическому взаимодействию в налаживании мирной жизни, разблокировании хозяйственных и транспортных связей. С учетом общей стабилизации ситуации вокруг Нагорного Карабаха удалось согласовать ряд важных шагов в этом направлении, добавляется в сообщении. Реджеп Тайип Эрдоган выразил поддержку усилий России в русле Нагорно-Карабахского урегулирования, высказался за продолжение координации действий России и Турции, в том числе в интересах экономического развития региона и продвижения взаимовыгодных проектов, указывается в сообщении. Отдельно затронуты некоторые аспекты формирования российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне конфликта, говорится в сообщении. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsulu əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.